Душу Пирсона поглотил мрак. Я чувствую, что он затягивает и меня. Но чтобы выжить, я должен держаться. Васа Петте. Чего ему? Васа Петте. Вот. Черт возьми, ты что творишь тут? Ничего, сержант. Что-что? А? А? Ну что, а так тебе яснее? Яснее. Сукин ты сын. Сержант! Эй, а ты не лезь! Эй, стой! Мечисон! Мечисон! Не морайся! Дэниелс! Тупица! Почему ты сбежал? Он что-то скрывает. Сукин сын прятал вот это! Дай сюда! Что там за хрень? Приказа заложить взрывчатку на мосту в Римагине. Ее будут грузить на машины в 5 милях к северу. Если я прав, это последний уцелевший мост через Рейн. Как неудачно вышло, принц. Грузовики со взрывчаткой скоро будут здесь. Нельзя пропустить их к Рейну. Пирсон приказал валить деревья, чтобы перекрыть дорогу. Где чертов Пирсон? Наверняка в какой-нибудь дыре с детонатором. И своим виски. Знаете, что так же опьяняет? Переохлаждение. Если не двигаться. Стайлс, ты в группе Пирсона. Не везу. Дэниел Сусман, вы со мной. Я ставлю последний заряд. Потом атакуем из засады. Сделаем. Сюда! Тут прекрасный обзор! Это наш сигнал! Грузовики на подходе! Бомбы привязаны, ждем сигнала Пирсона.
взрывчатку. Аэла, готовься выдвигаться. Да, сэр. У меня аптечка. Зачистите дорогу. Найлз, ты со мной. Пошли. Едем в ворота в 3 часа. Займите высоту и прикрывайте нас, пока мы разберемся с последними грузовиками. Шумите. Берегитесь патрулей. Едем! База впереди! Около главных ворот 2 высоких точки. Надо туда попасть. Если не хочешь спалиться, используй пистолет с глушителем. Надо найти способ проникнуть на базу. Надо найти способ проникнуть на базу. Я за тобой. Тише! Кругом крауты! Осталось только найти хорошую позицию.
Хорошая позиция. Справа Пирсон прорывается через ворота. Осматривай территорию. Ищи цель. Твоя аптечка. Пирсон хочет, чтобы мы заняли башню и прикрывали его. У меня есть аптечка. Сюда! Гранату!
плохо дело. С евреями они не церемонятся. Спокойно, не дергайся. Успели. Ты как? Цусман у них. Чаливо, но надо атаковать последний грузовик. Нет, ты никуда не пойдешь. Цусмана взяли. Задание это главное. Я его не трогаю. Нельзя терять грузовик. Нарушил приказ. Тогда отдай меня под трибунал. Дезертир заслуживает смерти. А может, я окажу нам всем услугу? Закончу. Сержант! Все кончено. Тебе нет места в моем взводе. Уберите его с глаз. Все хорошо. Золотая. Ты сделал все, что мог. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Выкиньте жетоны. Им нужны евреи. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, du Scheißer. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Amerikaner. Точка.
Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Вот уже 8 недель, как Цусман попал в плен. Я пытаюсь не терять надежду. Сэр, скажите, что Цусмана нашли. Хотел бы сказать. Пирсону плевать на Цусмана. Как на своих людей на Косырине. На Косырине? Вы ничего не знаете, рядовой. У Пирсона был приказ отступить, но часть его людей застряла на перевале. Он не мог позволить себе уйти без них. Но, спасая их, потерял еще больше людей. Он очень изменился. Но вам незачем беспокоиться о Пирсоне. Вы едете домой. Теперь меня ждет трибунал, сэр? Наказать бойца, приблизившего успех этой чертовой войны, это выставило бы армию в плохом свете. Да-да. Сведения, что вы нашли у того пленного, указали нам расположение последнего моста через Рейн. Это может потянуть на бронзовую звезду. Вы настоящий герой. С возвращением, Ред. С этого момента я ни на минуту тебя не оставлю. Вам все понятно, капрал? Да, мэм. Ты в порядке, Ред? Мы болтаем или охотимся? Тебе есть чем гордиться. Поборол страх, справился с собой. Что и требуется от мужчины. Лучшее чувство на свете, правда? Побывать в аду и вернуться домой героем. Ред. Вы настоящий герой. До конца? До конца. Меня комиссовали. Хуже того, Цусман в плену у Краутов. Но я надеюсь его вернуть, хоть и получил билет домой.